Игорь пошел доставать экзотический музыкальный инструмент, который он привез из славного города Казани, который сделан из лыжной палочки. Он называется Курай, а фамилия у него Андреев. Я хотел сказать какие-то невообразимые слова насчет того, как сложно выступать после такого вот яркого, то, что сейчас было, но поскольку времени у нас на слова уже почти не осталось, поскольку время наше пошло, то мы, наверное, просто тоже возьмем и пойдем вместе со временем. Поедем на поезде. Да, мы сегодня решили играть всякое старье. За редким исключением. Да, за редким. Ну, я, как всегда, думаю только о себе. Поезд мчится по просторам сквозь леса, поля и горы. Воздух выткал красной ниткой стук колес и скрип рессоры. Расцветает за окошком мир в преддверии рассвета. Вдалеке вполне возможно ждут нас где-то. И мы торопимся куда-то от восхода до заката. И напастью, и несчастьем опоздание чревато. Но спеша начать движение, не задумались, наверное. Кто сказал, что направление это абсолютно верно? Горизонты дальние дали, из окошек открывали те, кто первыми промчались вдоль по этой магистрали. Но за много рейсов сажи и стекла окон не покрыли. И не видим мы, куда же так спешили. С собой ты ветер ждешь увидеть все на свете. Но лишь там, где путь проложен, мы когда-нибудь проедем. Непохожих нет среди нас, и поезд мчит нас к общей цели. Безразлично первым классом или в межвагонной щели. И так едем мы годами, то горами, то долами. А вокруг картины мира мельтешат перед глазами. И в заоблачные дали наше время улетает. Позади что проморгали, что нас ждет. Еще не знаем. Поезд мчится по дороге, убаюканы тревоги. Путь наш близок к завершению. Мы у ночи на пороге, да горит протяжным стоном свет багрового заката. Поезд встанет у перрона, а мы все уйдем куда-то.
свой драйпер.